9 мая, по сути, единственный общественно-политический праздник, не берем Новый год, который объединяет общество, который действительно вызывает какое-то чувство солидарности и сопричастности к национальной истории. Скажем, то же самое движение, связанное с георгиевскими ленточками, действительно, оно имеет массовый характер, и люди носят их, вешают на машины, люди покупают петарды, запускают салюты в этот день, люди рассказывают об этом детям. То есть в большей степени, чем какое-то другое событие, чем какой-то другой праздник из нашего календаря национального, эта дата имеет такую национальную почву, она воспринимается обществом. И в этой ситуации, конечно, микшировать этот праздник, выносить его за скобки неправильно. Нужно опираться на то, что является живым. Этот день до сих пор живой. Конечно, печально, что мы сейчас, много-много лет спустя, вынуждены в качестве главного аргумента в пользу национального самоуважения использовать дела давно минувших дней. И вспоминать и гордиться давней победой, не имея никаких перспектив побеждать здесь и сейчас. Но, условно говоря, это нам для домашнего задания, да, это задача, которую нам необходимо решать, но держаться за эту память нужно, если она живая. Она живая, хотя, разумеется, она уже имеет все меньше и меньше, меньше отношения к тому, что было на самом деле в 1941-1945 году. Все меньше отношения, безусловно. Но это неизбежно, потому что любая история в конечном счете становится мифом. И история, переживаемая массовым сознанием, просто обречена быть мифом. Есть история для историков, история для специалистов, есть история, переживаемая народом. История, переживаемая народом, это миф, это разновидность сказки, это легенда, это нормально. То есть у массового сознания есть свои законы. Поэтому сама дата, конечно, нужна и важна. Что касается проведения парада, перекрытия города, ну, сам вот во время репетиции парада в час пик стоял там в 9-10-бальных пробках. Не вижу в этом ничего хорошего, потому что возникает впечатление, что власти, что властям все равно, куда едут люди, зачем они едут, будут они стоять и терять время или не будут. То есть это как раз, это не дискредитирует праздник, но это дискредитирует власть, скажем так. Поэтому нужно продумать все так, чтобы это создало как можно меньше неудобств, и если, положим, те же самые военные парады будут проходить в каком-то новом месте, не на Красной площади, а, не знаю, на Поклонной горе или где-то еще, при этом они будут хорошо сценированы, они будут величественные, они будут эффектные, то в этом нет ничего плохого. Совсем не обязательно неподходящую для этого Красную площадь использовать для военных действий.